бодрствуй те, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Я буду читать от Матфея 24:43-44 стих. Но вы знаете, что если бы не дал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:37. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж, то тогда я, как вошел Ной в кочев, не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Также я прочитаю Марка 13:33-37 стих. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как вы, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в день дневов, или поутру, чтобы, не придя внезапно, не нашел вас спящим. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Матфея 25:31-36 стих мы можем прочитать о том, что христианин должен делать, чтобы быть в числе день пришествия Господа. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престол славы Своей, и соберется пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит отцов овец по правую свою сторону, а козлов по Екклесиастам 12:13 мы читаем. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайно, хорошо ли оно или худо. Будем бодрствовать и молиться, потому что не знаем, когда наступит это время. Откровение 24:4-5 стих. И узрят ли своего, и имя его будет на челах и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильниках, ни в свете солнца. Ибо Господь Бог освещает их, и будет царствовать во веки веки. Братья и сестры, будем бодрствовать до конца, каждый день и каждый час, ожидая пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Будем молиться. Yeah.
мальчишке был ответ. Он не задумывался долго. Я дам вам 5 таких монет. Скажите мне, где нету Бога? Аминь. Thank you.
5 лет. Ты помолишься, я тебе потом микрофон дам, да? Будешь молиться. Помолишься Самуилу. Богдан говорил, будем молиться о подготовке к молодой. Небольшой мгновей, оказывается, так быстро прошло. Помнил, вы не забыли, что это еще ваш дом до пришествия? Я, конечно, не могу до конца понять его мысли. Не надо менять никого. Мы уже это переживали. Мы знаем, что когда что-то меняется. Кого? Здорово. Это делает честь такому брату, который, на которого равняется. Я думаю, не ты один мечтаешь об этом. Хороший у тебя брат. Я думаю, что ты можешь стать. Поэтому сейчас помолишься и скажешь спасибо Богу, что ты уже вырос. А еще через 10 лет ты уже будешь как Богдан. Почти что. Будем молиться. Молись. Мы благодарны тебе за этих детей. Благодарим тебя за этого Самуила. Знаем, что ты даешь жизнь, ты позволяешь прийти человеку на эту землю. Мы знаем, что есть назначение для каждой жизни. Мы просим тебя, Иисус Господь. Мы знаем, что это дети, может быть, сейчас маленькие, несознательные. Но мы знаем, что у тебя есть план, и мы просим во имя Твое, Иисус. Пусть, Господи, Твоя воля будет исполняться через этого человека. Благослови его жизнь, храни его в своих руках. Пошли своих ангелов защищать и благословлять. Мы благодарим Тебя, что у него есть родители, что у него есть сестры, есть братья, есть с кого брать пример. Мы благодарим Тебя, что он знает Господа. Господь, мы просим Тебя, храни его, благослови. Благодарим Тебя, что Ты позволил ему прожить 5 лет. Слава Тебе! И благослови Тебя на всю жизнь, чтобы она была радостной, полноценной, творческой. Благослови его, Господь, во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение Твое, просим вместе с Гришей, за его семью, за его мать, за его детей, Господь, благослови. И мы просим милости, просим благословения, Господь, чтобы Ты послал и благословил, дал возможность ему увидеться со своей мамой. Благослови, Господь, эти нужды Богдана, наши общие нужды за молодежь, за церковь, за устроение этого молодежного в конце года. Дай нам правильно, дай ему правильный выбор, тему, направление, Господь, для Твоей славы. Благослови, мы просим Тебя. Господь, я прошу Тебя также за отсутствующих. Благослови тех, у кого сегодня нет служения. Благослови, Господь, Олега, Андрея, Лену и всех, кого нет остальных, мы просим во имя Иисуса. Мы просим Тебя, Господи, о материальном служении в нашей церкви. Расположи каждое сердце, которое сегодня имеет доход, имеет работу, имеет устроение, чтобы мы жертвовали, Господи, для устроения церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам здесь прожить уже целый год в этом помещении. Мы благословляем, Господь, этого пастора, этих хозяев, наших друзей. Благослови их, расположи сердце, Господи. Дай нам ценить этим расположением и благослови нас. Господь, мы просим Тебя за Володю и за нашу молодежь участвовать в этом служении. Мы просим о наших детях, о наших молодых братьях. Благослови, Господи, молодежь, благослови сестер, благослови, чтобы они понимали и чувствовали, что какая возможность для них сегодня открыта в церкви. Тебе единому слава, Тебе честь и поклонение нашему любящему Господу через Иисуса Христа. Аминь. Мы благословим друг друга, как написано. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Я буду ждать.
Я люблю тебя.